Что-то там какие-то звуки раздаются. Ну, добрый вечер. У вас что-то уползает все. Не слышно. Скажи, что. Вам слышно? Алло, вы меня слышите? Я слышу вас. А я не вас не слышу. Ну посмотрите, почему вы не слышите. Сейчас на стыке сделаю. Посмотрите, что там не так. У вас вся рулетка выключена? Выключена. Эй, чересик всякий. Полгерц едет. Я гидну шашка нема. Сейчас мы звук сделаем. Сейчас настройки звука сделаем, динамики. Так, слышно, нет? Я привел, там ты ера. Так, слава тебе, Боже нас, слава тебе. Слышно? А, все, вас слышно. Ну, все тогда. Ну, добрый вечер. Добрый, родной мой, добрый. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет, вы не против? Ну, не первый раз, да. Все равно, каждый раз надо мне спрашивать, потому что были претензии. Зачем? Я спрашиваю, вы не против? Ну нет, конечно. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Ну, в прошлый раз говорили с вами о том, что не нужно употреблять имя Иегова. Помните вот? Ну и что из этого вышло? Ну, из этого вышло, что мы же с вами по-русски разговариваем. Ну да. Я, например, армянин, если я буду употреблять слово Иегова, будет неправильно, потому что по-армянски Иегова означает «Есим Вурьем», «Я Есим Сущий». Иегова в переводе на русский «Я Есим Сущий», то есть «Сущий». Но мы же не евреи, чтобы на еврейском разговаривали. А нам не надо мудрости. Господь сказал «Талифа куми», значит, так и записано в русской Библии. Переводчики были самого высокого уровня. И 8 раз говорят Иегова. А мне зачем мудрить-то? У меня и образования нет на это. Ну, если Иегова, тогда я же тогда сказал, что Господь что сказал? Я приду под моим новым именем, и вы должны меня прославлять под новым именем Иисус Христос. Правда? Нет, такого не написано нигде. Написано. Вот я сейчас вам буду читать. В одном имени в этом. Этого нету нигде. Тогда сказали ему, кто же ты, Иисус сказал им, от начала сущий. Правда? Ну, сущий это есть Иегова. Ну, Иегова, да? Ну, Иисус Христос от начала был Иегова, правильно? Так. Теперь правильно. Он родился, под новым именем пришел, Иисус Христос. Правда, дорогой мой? Ну, тогда что, вывод-то какой сделать? Ветхий Завет надо совсем забыть, заклеить. Так кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и ко мне служит, того почтит отец мой. Отче, прославь имя твое. Какое имя прославь? Иегова? Нет, Иисус Христос. Тогда пришел глас с неба, и прославил, и еще прославлю. Иисус же возгласил и сказал, верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня, видит пославшего меня. Истинно, истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает, а принимающий меня, принимает пославшего меня. Иисус сказал, ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в нем. Если Бог прославился в нем, то и Бог прославит его в себе и вскоре прославит его. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца моего. И отныне знаете его, и видели его. Филипп сказал ему, Филипп апостол это, Господи, покажи нам отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп,
видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Если чего попросите у Отца во имя мое, во имя Иисуса Христа, то сделаю, да, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя мое, я то сделаю. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и вас будет. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Все, что имеет Отец, есть мое, потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя твое человеком, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое». Вот здесь он говорит: «Я открыл имя твое человеком». Какое имя? Имя Иисус Христос, которых ты дал мне от мира. Они были твои, и ты дал их мне, и они сохранили слово твое. И все мое твое, и твое мое. Я прославился в них. Господь в нас прославился. Иисус Христос в нас прославился. И вот он обращается к Отцу. Он не говорит «Отец Иегова». Он говорит «Отец праведный». И мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет я в них. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом, не пишет, соделал Иеговой и Христом всего Иисуса, соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Теперь я однажды вам вопрос задал. Если Дух Святый придет и скажет: «Здравствуй, Игнатий», вы спросите: «Кто ты?» Он скажет: «Я Иегова?» Нет. Он скажет: «Я Святой Дух?» Нет. Он скажет: «Я Иисус Христос». Правильно? Как вы думаете? Ну, чтобы не были здесь сомнений, прочту строчки. «Все мы упали на землю, и я услышал голос», это Савл рассказывает, «говоривший мне на еврейском языке: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?
трудно тебе идти против рожна. Я сказал, кто ты, Господи? Он сказал, он, это утешитель, я Иисус, которого ты гонишь. И он не сказал, я Иегова, которого ты гонишь, или я Святой Дух. Я Иисус, которого ты гонишь. А к филиппийцам апостол Павел говорит, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя, как я считаю вас высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо у вас должен быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Аминь. И все апостолы и пишут, всегда пишут, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда нераздельно их пишут. Ну вот почти что я, что вам нужно было прочитать, прочитал. Даже вот этот в Старом Ветхом Завете написано вот такие слова. «Являлся я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствований их, в которой они странствовали». Вот. И здесь в Ветхом Завете очень много упоминается имя Христос, Владыки Иисусе Христе, о Христе. У Иезекииля, Даниила, Амоса, Иоанна, Михея, Захария, Малахия, Исаия очень много говорится. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его». Есть такая песня на литургии. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Три раза поется. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Есть еще имя. «Ибо твой Творец, есть супруг твой, Господь Саваоф, имя его». И Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Ну, есть, конечно, и там имя. Вот открыл, значит, Википедия, я написал Иегова, что означает. Здесь написано «Я стану, он будет, он жив, сущий». Я есть существующий. Иисус Христос, Бога Отца, Он есть существующий, Он есть сущий. Я есем, Господь Адонай. Ну, мы так как я на русском молюсь, то я просто говорю Господь Иисус Христос. Но говорить Иегова Иисус Христос неправильно, потому что если мы будем говорить Иегова Христос или Иегова Бог, мы будем подобны свидетелям Иеговы, которые взяли Библию, всю исписали там, Иегова, 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 Иегова. Мало того,
мой дорогой брат. На одной из страниц, я лично своими глазами видел. Чуть выше покажите. Ну, это у меня нету. Он не видит. Да. В Библии, они в Библии, вот, в Библии, ну, это наша Библия. А у них в Библии, если у вас нету, я как-нибудь достану их Библию и принесу, покажу. Мало того, везде написано Иегова. У них, значит, столба такая, столба. И на столбе руками вверх, вот так, руками вверх, пригвожденный Иисус Христос, пригвожденный руками вверх. То есть они отрицают, что Иисус Христос был распят на кресте, на котором с давних времен всех рабов крестили, распевали на кресте, забивали. Поэтому я, как младший брат, прошу вас в ваших молитвах не употреблять имя Иегова. Это единственное, чего я у вас прошу. Если вы не будете употреблять имя Иегова, вы будете для меня просто большим примером. А если будете, ну, я не знаю, вы в конце концов станете свидетелем Иеговы. Потому что у меня этот опыт есть. Однажды я тоже стал, это, в начале моего пути я употреблял имени Иеговы и чуть было не отошел от христианства. Но потом на литургии я очень, как говорится, упрашивал Господа, прямо в слезах говорю, что такое, что со мной случилось, почему я потерял молитву, почему я не могу тебе молиться, мне даже и вообще христианство, не хочется в христианство входить, вообще я хочу жить по-своему и так далее. И Господь мне новую молитву дал. Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живого, с обезначальной Отцу Сыне и Божие. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, Иоанна Крестителя, Григория Просветителя и всех святых, помилуй меня многогрешного. Вот он мне эту молитву дал, я стал повторять. И снова приобрел молитву, и снова мне захотелось идти на литургию, снова я стал христианином. Вот такое покаяние случилось со мной. Поэтому не надо быть свидетелем Иеговы. Если вы не свидетель Иеговы, вам не нужно говорить Иегова. Вы же не еврей, что на еврейском языке молитесь. Мы живем по Новому Завету, не по Ветхому Завету. Да, кстати, как я стал Назареем? У нас после войны, которую нам навязал Азербайджан, как обычно, сам знаешь, мужчины, женщины, там, застолье. Ну, у кого-то день рождения, допустим. И наливают вино и пьют. За погибших выпили. Даже кто не хочет пить, не сможешь пить. За матерей пьют, за погибших пьют, за именинника пьют и так далее. А у меня здоровье неважное было. Я пил, приходил с головной болью домой. Или мне тошнило. Или не мог я уже читать молитвы, потому что подвыпивший человек. И так днем за днем. Я очень в церкви много просил у Господа, помоги мне, я не могу избавиться от питья. И, как говорится, утешитель сказал, открой Библию, открой числа. Я открыл числа, глава 6, вот глава 6, и сказал, прочти. Я прочитал.
И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса, ни вина, ни уксуса из напитка и ничего приготовленного из винограда, не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его до исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу святом. Должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарею Господу, не должен он подходить к мертвому телу». Здесь он сказал, можешь подходить к мертвому телу, но не дотрагиваться ни до гроба, ни до мертвого, ни до одра, на котором будет стоять гроб, ни до крышки. Прикосновением к отцу своему и матери своей, брату своему и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Бога его во главе его, во все дни назарейства своего святому Господу. Ну, вот и все, что я хотел вам сказать, почему я такой запоздалый назарей. Теперь, пожалуйста, вы говорите. Я вас слушаю. С большим уважением. Котенок там. Рыженький. Я думаю, что мы с вами подружились. Вы меня слышите? Слышу. Знаю, что слышите. Я только что посмотрел, как вы спите. Я включил там этот, друг мой включил. Про подкаблучника. Да, про подкаблучника рассказывали. Ну, по-другому их называют альфонсами. Да нет, альфонс это другой. Ну, альфонс это те, которые употребляют деньги жены. То есть они работают, ничего не делают, а их кормят. Ну, это подглобучник, это те, которые говорят тряпка. На которых вытирают ноги и заходят в квартиру. Да, устал. Игнатий устал. Он сегодня у него много дел было. Дорогой Игнатий, вы сколько раз вообще в году причащаетесь? 4. А возможности сколько бывает? Да каждое воскресенье. Бывает возможность, но вы не принимаете? Нет. А почему? Да по-другому не было ни в Греции, ни в России.
Как по-другому не было? А как? Вы посмотрите, как у старообрядцев, которые до Никоновской сохраняют. Во время поста, 4 поста, 4 раза причащаются готовые. А тут профанируют и таинство, и ничего нету, болеют и умирают. Вы как-то сказали, что я когда вас спросил, если вам вас, у вас Дух Святой спросит, а вы сказали, что кто я такой, что Дух Святый меня спросит. Но дело в том, что Дух Святых у некоторых тоже спрашивает. Дело в том, что вот я могу такой один случай вам рассказать. Когда я только становился, то есть настоящим верующим, на литургиях у меня, меня окружали люди очень опытные в христианстве, буквально которых святыми называли. И вот я, это было в 98 году, 1998 году. И вот, значит, у нас друг один был, он всегда то ходил на причастие, то не ходил на причастие. Я все время спрашиваю: друг, зачем ты то ходишь в воскресенье на причастие, а то не ходишь? Он говорит: я молюсь Господу и спрашиваю его, можно пойти сегодня на причастие? И получаю, то этот священник мне говорит: ты готов, можешь идти. Через священника. Священник говорит: можно, я иду. А священник говорит: нельзя, я не иду. Я ему каждый раз рассказываю свои грехи, покаиваюсь, каюсь перед ним, он мне говорит, можно или нельзя. Ну, я, как говорится, пример взял с него и тоже всегда молился перед причастием во время литургии. И так про себя спрашивал: можно мне пойти сегодня принять причастие? И почему-то я шел всегда. Однажды, это было летом, значит, очередь идет, я в уме спрашиваю, говорю: Господи, можно мне пойти сегодня на причастие? И вдруг около левого уха, вот на расстоянии 30 сантиметров от моего уха, мужским голосом громко говорит: нет, Сурен, сегодня ты не пойдешь получать причастие. Я думаю, это Бог со мной говорит. Говорю: как это так? Почему нет? Я хочу пойти сегодня получить причастие. Но я-то в уме разговариваю, но голос мой громко слышен, громко. Вот как бы если я вслух сказал или в уме сказал, голос звучит одинаково. Этот голос опять мне говорит: Сурен, ты недостоин сегодня пойти получить причастие. Я опять говорю: ну как это так? Почему я недостоин? Ну, потому что ты много грехов сделал, этот голос мне говорит. Я говорю: ну, понятно, я грехи сделал, потому что я человек слабый, я еще не так много верую, я нервничаю, ну, там я, да, заругался где-то, да, было такое, понервничал. Вот, поссорился с братом, ну, понятно, я покаялся в этом, я хочу принять причастие. Нет, ты причастие не примешь, ты много сделал грехов. Я говорю: нет, я пойду. Нет, ты не пойдешь, ты грешный человек, ты много соделал грехов, ты недостойный. Я тут не выдержал, я говорю: а кто достойный? Есть на земле человек достойный получить твою плоть и кровь? Никто не достоин. Ни Алексей, ни этот Вазген, ни какой даже святой
не должен получить твою плоть и кровь, если ты не захочешь получить твое причастие. Ну, нет, я говорю, я пойду. Не пойдешь. Я говорю, нет, я пойду, и все. Я должен получить твою плоть и кровь. Если я сегодня не получу, я в следующий раз уже получится двойной у меня. Двойные грехи на мне будут. Я иду. И тут, Игнатий, с правой стороны уха, голос говорит, молодец, Сурен. Я удивленный. Слева другой говорил, теперь справа меня говорит, молодец. Я говорю, кто ты? Он говорит, я Иисус Христос. Говорю, а это кто был, что с левого уха моего разговаривал? Говорит, это был сатана, которого я послал к тебе проверить тебя. Но ты молодец. Все правильно ответил. Никогда не спрашивай, можно мне идти получить твою плоть и кровь? Всегда надо получать. Каждое воскресенье надо получать. И с тех пор, с 98 года, каждое воскресенье я иду, каждое воскресенье я покаюсь, каждое воскресенье перечисляю мои грехи, борюсь с ними, и Господь мне помогает их преодолевать. И ты врастешь в его плоти и крови. Становишься подобным ему, по образу его. Надо всегда получать. Спасибо за внимание. Терпеливое внимание. Если вы ничего не хотите говорить, я еще кое-что могу открыть, о чем мне, что мне научил Господь. Как вы думаете, еще что-нибудь сказать? Правда, есть такие вещи, которые нас очень удивляют. Даже в церкви. Недавно один священник говорит, знаете, настал, ну, по-армянски он говорит, Асмамец Пахка с Касвеля. То есть он говорит, большой строгий пост начался. Я отозвал священника, говорю, дорогой, вы неправильно объясняете прихожанам. Вы говорите, что начался строгий пост, 40 дней. Строгий пост, строгим постом. Иисус Христос 40 дней был. Строгий пост по-армянски означает пах. То есть это 24 часа голода. Ни питья, ни воды, ничего не должен употреблять. Это называется пах, то есть строгий пост. А пост называется пахоц по-армянски, пахоц. Это когда надо только есть постное. Фрукты, овощи, зелень, воду и все. То есть, постоянно приходится учить. Ну, как говорится, учи мудрого, чтоб стал мудрее. Есть священники, которые говорят, хорошо, Сурен, мы учтем, мы уже поняли, что когда надо говорить пах, когда надо говорить поход. То есть, когда строгий пост, а когда пост. Так что мы должны быть... Там, как говорится, если вы не превзойдете фарисеев или священников, вы не войдете в Царство Небесное.
Так что на нас большая часть, участь. Мы должны превосходить их. Или, например, бывает, я вот слежу, как заходит церковь. Как будто вот дверь открыта, они в магазин ходят. Вот священник зашел, видит, и пошел. Церковь открывает дверь, заходит и пошел. Прихожанин открывает дверь и пошел. Я не понимаю. Они что, к себе домой приходят? Они что, в магазин заходят? Это же Дом Божий. Называется, с благоговением, с трепетом надо заходить в церковь, в Божий храм. С какими-то словами. Ну, как меня учил Господь, я скажу, как надо входить в церковь, в Божий храм. Войдя, надо обязательно покреститься со словами на 90 градусов сделать поклон. Три раза. Господи Иисусе Христе, нет, подожди. Поклонимся. Поклонимся Цареве нашему Богу. Поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Вот эти три слова и три поклона. Первое. Поклонимся Цареве нашему Богу. Поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Вот три раза эти слова говорят, три раза крестится и три раза поклон. И потом заходит в Божий храм. Это так учил Господь. Это те, кто на русском языке молится. Вот так надо заходить. И еще одно, что меня учил Господь, это как молиться. Во-первых, открытыми глазами всегда молиться. Всегда быть открытыми глазами. И постоянно молиться, днем и ночью. Что бы ты ни делал, ходил, ел, кушал, работал, всегда надо говорить: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, днем и ночью говорит. Ну, между ними и, конечно, Отче наш. Еще на Иси на небесах, да святится имя Твое. Это молитва Отче. И так постоянно говоришь: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Всегда быть с открытыми глазами. Даже когда ложишься спать, открытыми глаза держи и молись. И заснешь, даже не узнаешь, как заснешь и как проснешься. Это вот что обязательно нам надо знать. Ну, думаю, что мне на сегодня достаточно, я уже сказал. Теперь даю вам слово. Ну, наверное, устали, может быть. Я? Да нет. Нет. Ладно, все. Дайте этот.
ручку. Сегодня день 40 севастийских мучеников. Знаешь, в армянском. День 40 севастийских мучеников. В Русской Православной через неделю, а в армян сегодня 40 севастийских мучеников. Это у меня дом есть, да, написано их именно 40 человек. 39, да, один из них ушел, банщик. Родился, говорит, я тоже христианин. И пришел, присоединился к им. Да. В ледяной речке их держали всю ночь. Знаешь, на литургии бывает такое, значит, есть такие слова, говорят, «Просхуме, говори Бог». Читает диакон, или диакон, или священник, читает Святое Евангелие. В этот момент я вот так по стойке смирно стою, не двигаюсь, вот так благоговейно слушаю. Некоторые начинают в этот момент беседовать, двигаться, ходят. Они не понимают, что Бог говорит. Ну, понятно, священник читает, но они не понимают, что Святый Дух входит в священника и священническими ртом, губами, священническим голосом говорит вместе со священником. Понимаешь? Такие вещи надо, тонкости, да, если во время Евхаристии, это надо знать. Я почему это говорю? У нас один парень всегда впереди стоял. Впереди, во время Евхаристии, это, литургии, всегда впереди стоял. И он на коленях всегда молился. Как-то я его после литургии подозвал, я говорю, знаешь, я тебе сейчас покажу, вот мы люди сзади, ты впереди. Вот ты когда молишься, я сейчас тебе покажу, как ты молишься, посмотри. Я встал на колени и стал молиться. И вертел головой направо, налево так. Вот. Я говорю, ну как, приятно? Ой, неужели я так молюсь? Я говорю, да, вот, ты когда молишься, чуть не падаешь направо, налево, бодаешься. Ой, говорит, нет, так нельзя, нельзя. Я говорю, правильно, надо молиться так, чтобы никто не знал даже, что ты молишься. И не двигай головой и так далее. Один товарищ мой, он, значит, очень близкий товарищ, он тоже, когда молился, всегда бодался головой. То направо, то налево, закрывает глаза и ну, начинает. Ну, как евреи, да? Евреи тоже, когда молятся. Вот так. И как-то я стал возмущаться, да, я говорю, брат, ну так же нельзя молиться, да, ты, говорю, неправильно, да, молишься. Молись. Сам себе не двигай головой, вот, чтобы тебя не слышно было. Ты и вслух говоришь, и бодаешься. Вот. Евреи, когда молятся, они это качают справа налево, да? Да. Ну, надо
там же говорит, когда ты молишься, вводи в себя самого, чтобы только тайное было. И что, почему я это говорю? Однажды я уже была на площади Возрождения. Господь, я говорю, Господи, скажи, дай ему ты сам. Как это, да, вот, чтобы он правильно молился. И он, что мне говорит, Святой Дух? Говорит, скажи, сейчас с тобой будет Иисус Христос разговаривать. Не Сурен будет говорить, это я говорю. Сейчас с тобой будет говорить Иисус Христос, не я. Моим ртом он будет говорить. Я говорю, ну вот слушай. И в это время у меня рот стал закрываться, послушай. У меня рот открывается, закрывается, и моим голосом говорит. Это не я говорю, Святой Дух говорит. Знаешь, как интересно было. То есть мой рот открывается, закрывается, и моим ртом, моим голосом. Господь говорит, Бенник, так нельзя молиться, как ты молишься. А Бенник говорит, ладно, как хочу, так и молюсь, ты кто такой? Понимаешь, он не поверил, да? Да. А потом я говорю, ну все. Он сказал, теперь я говорю, Бенник, так нельзя. В общем, мне это было очень интересно, когда мой рот открывался, закрывался, и моим голосом разговаривал. Такая радость, когда это вспоминаешь. Поэтому я понимаю, что когда диакон или священник во время литургии читают, говорят, говори Бог. И Бог говорит их устами. Это Бог говорит. Мы должны внимательно слушать. Вообще, литургия – это чудо. Это небесное царство, в котором присутствуют мириады ангелов, херувимы, серафимы, ангелы, архангелы. Это усопшие, святые. И бывают люди дома сидят, говорят, я буду стиркой заниматься, или я буду кино смотреть, я гостей принимаю. Бог нас ждет там, в церкви, а мы к Богу не хотим идти. Как это так? Надо всегда, это праздник, ходить всегда на небесное царство ходить. Много я чего говорю. Сколько не говоришь о Боге, всегда хочется говорить и слушать. Но все-таки неплохо, что есть интернет, можно друг с другом общаться. Общаться, учиться друг у друга. Хорошему, положительному. Телефон. Телефон, где? А где телефон? Алло, здравствуй, родная, как дела? Слава Богу. А. Нет. Че, выброси, это будет коптить сильно, дымить. Не надо. Да. Хорошо.
Это сон Сурину. Мне говорит, хочу свечку сделать из парафина. Я говорю, не надо будет дымить. Лучше готовым взять. Да, вот такие дела. Игнатий Тихонович, вы, наверное, очень устали. Если устали, в следующий раз побеседуем. Да не. Нет, ну что-нибудь скажите. Какого вы года рождения? Я 52-го года рождения. 1952-го. 80 лет. Ну, выглядит молодо. 70 будет ему. Да, 80 лет, Игнатий Тихонович. 80? Да. Это он какого года получается? 36-го? Че, 39-го? Да. А? Наверное. Ну, мне старший брат угодится. 80, мне 60. Ну да, старший брат. Мой старший брат. Слушаю вас, старший брат. Да, у нас есть много общего. Но и много не общего. Ну, надо учиться, да, учиться. Всегда учиться надо. Вот встретимся с ним, я научу этому празднику, новому празднику. Какому празднику? Вот это, рыба. А, рыба и мед? Да. А вы думаете, что он не знает об этом? Он не знает. Да. Вот этот немец, когда я его привел домой в гостиную. Да я не думаю, что Игнатий Тихонович не знает об этом. Ну спроси. Он не ответит. Игнатий Тихонович, слышите? Случай один вам расскажу. Рассказать? Это было в 1999 году. Не надо? Ну, ты говоришь, что он знает, я поэтому говорю, он не знает, я расскажу. А может, знает. Или в следующий раз расскажу. Ну, случай с вами, может, и не знает, но случай с этого... С этой рыбой? Библии, да. Я думаю, нет, ну это знает, там написано, что это от Луки. От Луки это написано, но это же не все исправляют. От Луки последняя глава. Походу, Игнатий Тихонович ничего добавлять не хочет. Да, Луки. Вот, последняя глава, да? Ну, он подумает, что я хвастаюсь, но я не хвастаюсь, я просто делюсь. Мне хочется поделиться. Итак, 1999 год. Третья неделя после Пасхи. Один немец,
Германский гражданин. Германский. Из Берлина. Ну, приехал в наш край. И он посетил церковь, в которой была Евхаристия. То есть литургия. После литургии мы познакомились, беседовали, погуляли по городу. И я его пригласил на трапезу к себе домой. Он говорит, зачем? Я говорю, пойдемте ко мне домой. Я угощу вас рыбой, медом. Но это не просто будет трапеза. Эта трапеза будет от Господа. Ну, как это так? Я говорю, ну, что будем кушать? Я говорю, будем кушать лепешки из зелени, мед и рыбу. Ну, ты что, надо мной издеваешься, говорит он. Я весь мир проездил. Весь мир. Что только я не ел. Ты меня хочешь рыбой угостить? Я говорю, вот когда мы пойдем ко мне домой, ты со мной покушаешь, что я покушаю. Ты потом выйдешь от меня, и ты меня расцелуешь и скажешь, мне не хочется уходить. И ты уйдешь с радостью. С радостью. У тебя на сердце будет радость и любовь. Пойдем. В общем-то, я его взял, и мы пошли на базар. Как только зашли на базар, прибегает один человек и говорит, о, как хорошо, что я вас встретил. Вот три рыбки, пожалуйста, большие рыбки, сига. Пожалуйста, прими от меня. Я смотрю на него, не знаю его. Немец говорит, ты его знаешь? Я говорю, первый раз вижу. Возьми, возьми, я знаю твоего папу. Он хороший человек. Возьми. Ну, спасибо, я взял, и мы пошли. Пришли к нам домой, рыбку почистили. Рыбку почистили. Я сделал хороший костер. На углях пожарили мы эту рыбки. Пришли, на стол положили, на три тарелки, рыбу ему, рыбу мне и одну рыбу в тарелку. Поставили мед. Я взял Евангелие от Луки и стал читать. Первый же день недели очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваренный от гроба, и вошедшие не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали пред ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывает, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человеков грешников и быть распятым и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати и всем прочим. То были Магдалина Мария, Иоанна и Мария, мать Иакова, и другие с ними, которые сказали всем апостолам, и показались им слова их пустыми, и не поверили им. Но Петр встал, побежал ко гробу, и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им, «О чем это вы,
идя рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них, именем Калиопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о пришедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом. Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его, и пришедшие сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердца, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки, не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли. И он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» И вставшие в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сем, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои. Это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. И тут я остановился и сказал: «Вот рыба, а вот мед. Будем есть рыбу с медом». И мы взяли эту рыбу меда и ели то, что у нас в тарелках. Потом я прочитал далее и сказал им: «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполниться всему, написанному мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверзим ум к разумению Писаний». И сказал им: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано будет во имя Его покаянию, прощению грехов
во всех народах, начиная с Иерусалима. И тогда я сказал, когда первые христиане садились за трапезу, они ставили одну тарелку Господу Иисусу Христу и клали точно так же, как и себе. И в конце они брали тарелку Иисуса Христа и всем распределяли поровну и ели. Точно так же вот одна тарелка, в которой мед и рыба. И мы вместо Иисуса Христа будем кушать. Ну, Святой Дух же не будет кушать это. Мы будем кушать его пай. И мы разделили поровну, половина этому немцу и половина мне. И мы ели. И радость вошла в его сердце. Он ликовал, и я. Потому что любовь Христа излилась в нас. И когда мы вышли из дома, он был такой радостный, говорит, я пойду в свою Германию, и каждый год после Пасхи до Пятидесятницы я буду справлять этот день. То есть буду печь рыбу и с медом кушать, и читать этот отрывок из Евангелия от Луки. А потом вот здесь уже, да, ну я дальше дочитаю. «Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. И вывел их вон из города до Вифании, и подняв руки свои, благословил их. И когда благословил их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Аминь. Кстати, крестное знамение правильно выполнять. Когда мы просто говорим, допустим, «Благословен Иисус Христос» или «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», всегда надо делать слева. При слове «Аминь» надо делать справа налево или при слове «Аллилуйя». Я когда в Божьем храме молюсь, ну, в армянском, в русском, не могут понять, я русский, я армянин, то я вообще. Потому что я молюсь и слева направо, и справа налево. Все народы должны так молиться. Слово «Аминь» взвешивает все другие слова, все другие молитвы. Ну, допустим, «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Слева направо. «Слава Отцу и Сыну и Духу Святому». Слева направо. Или «Благословен наш Господь Иисус Христос». Слева направо. Все, что хочешь, говори слева направо. Но когда говоришь «Аминь», надо сверху вниз, справа налево. И тогда все народы будут это делать. Так, правильно. Слева направо, а слово «Аминь» справа налево. Ну, как говорится, учи мудрого, станет мудрее. Кто как хочет. Или когда молимся, обязательно надо быть с открытыми глазами. Бодрствуйте. Что значит бодрствуйте? Я свет миру. Ничего темного нет во мне. Ну, Господь говорит, не закрывайте глаза. У нас ничего общего нет с тем, что закрывать глаза и быть в темноте. Надо всегда быть с открытыми глазами. Даже когда спать ложишься, открытыми глазами лежи и молись. Геннадий Тихонович.
Ну, достаточно, я уже сегодня много говорил. Эрик Олечко послал. Где? Ну вот так, да. Сколько читаешь, так иногда приходишь домой. Говоришь, вот сколько у меня времени есть. Открываешь так просто, начинаешь читать и не можешь оторваться. Кстати, я бурвардирую сейчас. Кадильницу. Кадильницу я сейчас мастерю. Для себя. Одну я сделал, товарищу подарил. Одну вот я сейчас делаю. Новую кадильницу. Удивительно, вот этот ладан какой-то. Раньше, когда ладан ходили, когда в церкви ладан, так было приятно. Ой, какой запах. А сейчас вот после кадильницы уже голова начинает болеть. Из чего они делают? Все искусственное, не поймешь. Вместо углей порох кладут. Что такое? Игнатий Тихонович, столько вещей, столько нарушений. На все надо иметь терпение. Что? Каяка. Молчание – это тоже разговор. Всё про просто. Себя говорить, я всё про просто. Себя. Ну что? Ну и что? Я что сказал, я истину сказал. Я от себя ничего не выдумал. Ой, на кошку. Кошка. Котенок просто прелесть. Палец за кошку. Очень чистоплотное животное. Игнатий Тихонович, покажите ваших голубей, пожалуйста. Они спят уже. Ничего не слышно. А, вас не слышно. А как так получилось? Прокатите. Может, он говорит, я его не слышу. Да не. А? Голуби спят уже. А, голуби спят уже. А, там же это, разница, сколько времени с нами, с вами? С Москвой 4. О. А, значит там... А, в Москве вот... сейчас 4 часа. А у них 8, наверное. Разница 4 часа с Москвой. Назад или вперед? Это, назад. А, назад. Там уже 9. А, да, 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 да. Там 9 вечера, они уже спят. У них уже вечер, у них же раньше солнце бывает, чем у нас. У нас еще
пять вечера, у них сейчас восемь. Восемь вечера, да, голуби спят. Да. Там у них один голубь, мать и отец голубя не кормит. Этого птенца. Одного кормят, а другого нет. А, ну так. У них свои законы. Свои там. Каяние, символ веры. Символ веры. У нас в армянских три символа веры всего. Это символ веры трех соборов. У нас только три собора. А вот РБС говорит, что у армян это искажение в этом плане этого монофизитства, да? Такого нету. А у нас в этом символе веры написано, что армяне не только верят, что... Это говорят отщепенцы-священники. Есть настоящий, вот, Илларион, митрополит, Кирилл, они этого не говорят, что армяне неправильные, у них так, у них это сяк. А они говорят, что это такие же славные, инославные. А это правильно, а. Что... А ты... это просто есть несколько священников, которые Бога не знают, Бога не боятся. Одели шкуру овца, а внутри суть волки, и начинают лить грязь на всех. Вот так нельзя. Они получат свою. А вам... Дай Бог, что перед смертью покаялись и исправили свою ошибку. А в армянской символе веры написано, что Христос не только Бог, еще и человек. Нет такой армянской символ веры. Есть три никейских, никейский, ефесский, три символа веры. Это три собора, на котором был принят никейский этот самый, символ веры. Да. Вот как там написано, армяне то читают на литургиях. Что значит армянский? Армянский символ нету веры. Есть символ веры, принятый на трех соборах, первых трех соборах. Все. Это есть, как говорится, символ веры, который читают армяне на литургиях. Русские читают на литургиях. Католики тоже читают, католики армяне, я не знаю, и другие католики, вот, армянские католические церкви, которые читают на этих литургиях. Все. А там после этого, что было, как было, зачем об этом говорить? И даже вот это есть, передача «Спас», я всегда смотрю «Союз», всегда смотрю. А. Или, допустим, по телевизору говорят, совершенно случайно мы шли и увидели церковь. Что значит «совершенно случайно»? Но нет такого слова. Что значит «совершенно случайно»? Это говорит, что Божий человек. Ничего случайного нету. Во всем рука Господа. Вместо того, что по Божьей воле мы встретили там того-то, или встретили кого-то, или чего-то, мы совершенно случайно встретили. Ну что это такое? Тихо чувство. Или про аборты говорят. Вай, ну это вообще, это комедия. Но это другая тема, Игнат Тихонович. Про аборты как-нибудь мы с вами побеседуем.
Что-то, Игнатий Тихонович, ничего не хотите сказать. Вы тоже чем-нибудь поделитесь со мной. Я же тоже хочу учиться чему-то. Вы не будете говорить? А то я все время говорю. Молчание знак согласия. Ну я-то если буду рассказывать, мы можем до утра просидеть. Сколько я могу рассказать интересного. Это я один мальчик есть. Когда я к ним иду, он всегда говорит: дядь Цуре, расскажи, да, про вафли, расскажи, да, про вафли. Месяц 10 раз зайду к нему, он говорит: расскажи мне про вафли. Так что я могу очень многое рассказывать. Очень интересно. А ты слышал, Эдик? Про вафли. Рассказать про вафли? Про причинение. Знаете, Тихонич, я думаю, уже устал. Да, да, уже вечер надо. У них есть сайт большой. Этим всем надо заниматься. Да, конечно. Проповедовать это не легко. Проповедовать нелегко. Да. Никто не добр, как только Бог. Иногда сделаем какой-нибудь доброе дело и начинаем хвалиться. Или нас хвалят, а мы радуемся. А Бог говорит: сделай что-нибудь, чтобы правая рука твоя не знала, что делает левая рука. Это что я написал здесь? Бытие, Адам. А это лета я написал здесь. Кто сколько жил. Да, да, конечно. Конечно. Можно знать, но лично. А ты читаешь полчаса. Конечно. Какое-то имеет значение. Это не имеет значения. Заканчивай. Я говорю, да. Но я могу часами говорить, я не устаю. Потому что у меня всегда я... А может, Игнатий Тихонович, это не надо? Нет, он смиренно слушает, молодец.
терпеливо и смиренно. Помолитвы. Второе собрание святого апостола Иоанна Богослова. Кстати, в этом союзе есть мультфильм, не мультфильм, а этот, передача для детей. Да. Очень интересно. Там лиса, волк, сова. Ну, так интересно, я всегда слушаю внимательно. Учительный, да? Вот иногда смотришь, вот есть на телевидении, там, для детей передача перед сном. Ну, всякую буру там это передают. Неинтересно, да? Детям даже неинтересно. А тут даже взрослые слушают. Интересно, поучительные там. Учат порядку, учат доброте, учат терпению. Очень интересно. Пригласит нас Игнатий Тихонович. Поедем к нему. Погостим. Вместе помолимся, поклоны сделаем. Посетим Божьи храмы. Кстати, я тоже так делаю. Как он? Вот так. Вот так. Я тоже всегда так делаю. Значит, у нас что-то есть общее. А ты комплект ешь? Да. Мне кальция не хватает. Кальция не хватает, а рыбу надо кушать. Да не, я мясо не ем. Если кто есть, я тоже не ем. А это что за смайлики здесь? Ты можешь в чате такие смайлики поставить. О, у кошки там это. Да, это... Котёнок. Да-да, котёнок, да. Он очень активный. Да он устал уже наш. Геннадий Тихонович, надо попрощаться. Молитве за смарт статус на сличане сера. Сам асфата смолят будет озабочить аспект.
Володя, ты не спишь? Отключать мне его. Ты как думаешь, отключить? Мне на службу не надо идти, знаешь? На службу? Церковь? Ну. Игнатий Тихонович. Мне на вечернюю службу надо поехать.